Аким области Абельгази Кусаинов поздравил мусульман с Курбан-айтом. На празднование священного праздника в областной мечети собрались более 7 тысяч верующих. Подробнее в следующем репортаже. После официальной части началась общая молитва «Айт-намаз». Мечеть не могла вместить всех желающих, поскольку собралось более 7 тысяч мусульман. Главный имам мечети прочитал перед собравшимися праздничную проповедь. Затем поздравил с Курбан-айтом аким области Абельгази Кусаинов. Уважаемые мусульмане, от всей души поздравляю вас с праздником Курбан-айт. Это действительно великий праздник мусульман. В годы независимости мы обратили внимание к своей вере. И сегодня самый главный праздник заключается не в том, чтобы принести в жертву, а чтобы с чистым чувством, чистыми намерениями приблизиться к Аллаху. Поздравили с великим праздником Курбан-айт и карагандинцы. Карагандинским мусульманам желаю только здоровья и счастье, и было бы дружба народа всех, чтобы мы всегда были дружны. Потому что это праздник мусульман, которые любят этот праздник и никогда его не пропустят, и всегда будут праздновать этот праздник каждый день. И он настолько важен для всех, что нужно его праздновать. Ну, хотелось бы поздравить всех мусульман мира с таким великим праздником, как Курбан-айт. Пожелать всем семейного благополучия, чтобы много достатка было в семье. И чтобы был у нас мир на всей земле. Мирамгуль Салкимбаева, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.